Здравствуйте, друзья! С вами Техника Здоровья. И сегодня я вам расскажу про масло-пресс. Эта модель как бы идет для домашнего использования, на самом деле уже коммерческая, полупрофессиональная коммерческая. Производство Китай. Называется она Complete Media OP01. И сегодня мы его как раз протестируем. В чем преимущество этой модели? Модель сама выполнена из нержавеющей стали 304 пробы. Можно отжимать масло как горячего отжима, так и холодного. То есть отдельно есть выключатель, который включает горячий отжим. Отжим идет при 80 оборотах в минуту. Данная модель имеет достаточно компактные размеры. Потребляемая мощность 200 Вт, что и придает данной модели уже такой коммерческий статус, статус полупрофессиональной модели. Достаточно прост в использовании. Вот, собственно, как бы весь разобран. Шнек, отжимная корзина, достаточно просто собирается, фиксируется штифтом, здесь это направляющий, чтобы жмых шел именно вниз, а не закручивался. Вот как бы вот у нас все собрано. То есть при помощи этой модели вы получаете высококачественное масло растительное у себя дома, либо на своем мини-производстве. Давайте протестируем. Мы сделаем кунжут, белый и черный, на холодном отжиме один, а второй на горячем отжиме. Делаем холодный отжим, черный кунжут. Достаточно быстро идет отжим. Сначала выходит жмых. И вот у нас пошло черное золото, масло. Масло следует отстоять. Отстаивается на часов 8. И потом очень аккуратненько слить в бутылочку для хранения. Хранить в темном месте, лучше в прохладном, в холодильнике, в темной бутылке. Потому что масло очень не любит солнечный свет и воздух, контакт с воздухом. Осадок потом можно использовать для приготовления, кстати, тоже соусов. Кунжутное масло годится не только в пищу, но и для косметических целей. Это превосходный такой. В аюрведе используется очень много. Есть даже такой рецепт, когда можно полоскать полость рта утром, натощак кунжутным маслом несколько месяцев. Говорят, что выводит очень сильно токсины и отбеливает зубы. Имеет великолепный детоксикационный эффект на весь организм. Так, теперь белый кунжут. И включаем подогрев. Белый кунжут засыпаем. Хочу сказать, что нагрев идет именно больше даже жмыха, чтобы он выходил. Масло в данном маслопрессе нагревается не более 40 градусов. Стоит очень приятный нежный аромат кунжута. Ну, в принципе, все, чтобы не капало. Нежнейший, нежнейший запах. Это тоже все отстоится. Действительно, на горячем отжиме чуть выше КПД. Друзья, домашний маслопресс на самом деле великая штука. То есть этот прибор отслужит даже не многие года, а, я так думаю, не один десяток лет. Вам и вашей семье на здоровье. Вы можете всегда сделать свое свежее масло из расторопши, из орехов, то есть миндаль, арахис, грецкий орех, пожалуйста, кедровый, кунжут. И, в принципе, это, конечно, окупит себя. В дальнейшей перспективе, безусловно, конечно, это окупит себя. Ведь нет ничего дороже, чем ваше здоровье и здоровье ваших близких. А мы всегда рады вас видеть в нашем шоуруме. По адресу Алтуфьевское шоссе, дом 1 в городе Москве, либо на сайте нашего интернет-магазина техника-здоровье.рф. С вами была Ольга Лебедь. Всем здоровья и долголетия!